Всем доброго времени суток, это канал Диэс и новая нашумевшая выживалка Санки Лэнд. Сегодня ее попробовали и мы, игра действительно оказалась очень интересной. Хотите посмотреть, как мы с копьями воевали против огнестрельного оружия? Как мы отбивали нападение на базу? Тогда приступайте к просмотру. А если ролик вам понравился, ну не забывайте, пожалуйста, поставить пальчик вверх. А мы пойдем выживать. Закрывать. О, у меня мир прогружает. А почему я сразу в воде-то? А там, да, ты в воде появляешься. Нас пригласили, вода. Yes. Кто вы тут кричите? Мы с Коряном вместе. О, ползают там. Что у меня за... У тебя есть полоса какая-то снизу? Голенькие плавают. О, я прыгать могу. Я могу прыгать. Чаще... О, единичка работает. О, я за крабом, я крабы. Сейчас краб тебя запиздит. Я краба отпиздил. Почему не он тебя? Меня... А почему у меня дерево не рубится? А, рубится. А, на F? Я думал, на E. Ну, перезаходи пока. Так. Так, сори, а ты где? Я вот здесь бегу. О, тут палатка есть. Да. Палатка? Да, пути. Кинь здесь еще раз кто-нибудь. Чё, это у меня есть то, что, чего нет у вас. Сейчас я вам попробую показать. Это... Голая жопа? Нет. Голая жопа мы твою видим. Вот ты где, Свет, смотри. Уточка. О. Резиновая уточка. Блин, а чё так это подлагивать? Всё, я теперь буду ей поклоняться. Я подключаюсь ко всем. Так, её сломать нельзя? Подняться ей. О, Саня. Работает? Работает. Так. Я могу добыть. Чё, нормально, нет, что они так плавают? Здесь, да. Так. А! Вот о, когда кто-то пропал. Входит, такой пролаг просто. Ну это неудивительно. Так. Фарм крипов. О, Свет, стой. Ай! Ты дурак? Ты не отключила Friendly Fire. Вот сейчас я по тебе Friendly Fire устрою. Грибы не ешьте. Ай, блядь. Подводный. Так, мне нужна ткань. Да подожди, ткань. Ты ткань, блин. Дай посмотреть. Да тут... Это твой начальный остров. Ты, блин, ты задот в выживалках. Что с тобой стало? Тебя вообще не слышно. Я его слышу. Ничего не делал. Так, здесь, здесь нет, да, никаких ограничений по весу? Офигенно. Нашел кого спросить. Я плаваю. У меня... А, у меня инвентарь, короче, это... Скоро закончится, наверное. А как это делать? Так, где тут другой остров? Я туда хочу поплыть. Так, Колян уже поплыл, да? Так, нам надо держаться рядом, алё, ребят. Надо сначала 100. Давайте построим мини-базу. А уже потом будем плавать по ближайшим островам. Ладно, я строю тогда домик. Нафиг нам это? Мини-базу, там что-то надо, а потом поплывём по другому острову. Меня вода не выпускает, я не могу выпускать. Ой, нет, могу. Фу. У нас даже не изучено, блин, ничего. О чем вы будете собрались? Надо выползти из воды, короче. А здесь край... марлины какие-то. Марлины ползают. Я их видел. Нужен металлолом? У меня металлолом есть. Я... Раз... Я нашел, я смотрел, у меня есть металлолом. Я ползу наверх. Ползу. Так, пацаны, вы где? Я возле палаты. Ты большой, ты не строй, это так. А на время. Блять. Это какой-нибудь тут. Ящичек. Конечно, чтобы скидывать. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще. О, строительство. Там миссия есть. Раз, подожди. Ну все, я фарм, я строй, я могу, я хочу, я все.
Давайте, значит, так, ладно, потом, миссия, посмотрим. Новая жизнь. Я оказался на пляже с бьющейся головной болью и никаких воспоминаний, кроме тех, что меня пытали в темной комнате. Выживание сейчас моя главная цель, но у меня ничего нет. Я буду искать материалы вокруг, чтобы построить укрытие и инструменты. Кровать для сна и что-нибудь, чтобы утолить голод. Тоже было бы отлично. Список вещей, которые я должен сделать. Мне нужно установить базу. Местность неровная, необходимо строить на фундаментах. Ну, Саня у нас сейчас поставит. Мне следует обыскать подводные руины на предмет материалов. Я могу охотиться на больших рыб для пищи, но я должен быть осторожен с акулами. Блин, акулы. С учетом долгосрочной перспективы, мне следует выращивать фрукты для устойчивых источников питания. Приобретение оружия – приоритет, так как я должен быть готов к потенциальным столкновениям с пиратами. Исследование чертежей или сломанных предметов может привести к созданию лучшей экипировки. Все, пока больше ничего нет. Я не хочу пиратов. Я думаю, мы здесь это на расслабончике попла. Это что за корабли там? Это тут. Это, короче, это. Это произошел апокалипсис в мире. И весь вот мир затопило. Уровень воды немножко, так сказать, поднялся мирового океана. Да я заметил, что он чуть-чуть, так скажем, поднялся. Да, блядь. А? О, свет. А, это на F нашел... все собрать. Да, о, я нашел... О, Саня, блядь, откуда ты? Тебя ж тут не было, блядь. Блин, ну так неплохо выглядит. Свет, я там нашел это, там, видимо, кухня была, Свет, потому тебе там и место. Офигеть. Там стиральная машинка. Сейчас я тебя. Я пока в ящик все сложил. О. Я тебя на мясо сам опущу. На кухне. Сигнальный. А что, вы уже лутаете без меня? Да. Бессовестно, считаю. Бессовестно. А как же там совместная борьба за выживание? Так, чё, вы строите? О, рыба появилась просто сбоку тут. На Сане строят. Я вообще построил фундамент, два сундука поставил и все. Не, крышу тоже надо. А чё, здесь солнце будет или что? Я не знаю, но крышу, ну типа, блин, сделайте обычный домик маленький, 4 на 4, нахуй. Там умираешь, что ли? А я умираю. Ты, кстати, да, не переплавай там слишком долго. Бывает. Так, металлолом, металлолом. Прикиньте, факел под водой тушится. Вау, Серп... какая новость, Саня. Серп-зимовка. О, это надо. Кстати, да, надо тут следить за едой, водой, жрачкой, крочкой. Да. Красный. Короче, я скидываю все. Ой, акула, акула. Я просто скидываю сейчас в ящичек, оно все будет нужно. Акула? Ну иди и дай ей свою попу. Света, ты же любишь построить, достраивай. Так у нас Саня на что? Таймер, вот. Сейчас Саня пойдет заниматься своим пропитанием. Пропитание. У тебя еды еще дофига должно быть. Кроме мне консервов. Бензин дали. И я вам больше ничего. Блять, это ты. Не ставлю. Марлин. Интересно, его убить можно? Да. Наверняка это же рыба. Интересно, успею, нет? Какие-то 2D-шные. Я знаю, что у меня сейчас 2D-шно будет уходить быстро. Ух, я жив. Ну как? Как они ловятся? Ну, кровь от них отлетает от дубины, но моей, но она, видимо, вообще не дамажит. О! Я ударил! Да дайте! Ну это слишком, мне кажется. А вдруг? Ой. Или это мы красные? Или они нас колят? Да вряд ли они нас колят. Чё это они нас колят? Ой, не, мне лень с ними возиться, с этой ползать. Не, ну мы же должны их убить. Да потом оружие это будет. Какое у нас оружие будет? О, я убила! Я убила моего. Коля. Ну, доставай мясо. Достала!
Надо остальных добить тогда, получается. Ой, да не надо. Дерись! Сражайтесь! Бессовестные. Так. То вверх, то вниз, блин. Воздух. Давай хоть. У нас еще энергия, кстати, оказывается. Я что-то... Это задние мысли. Надо спать, значит. О, еще один, да? Да, еще один. А последний где лазает? О, здравствуй, друг. Я тебя залуплю, я уверена. Готовит строй... Это костерок какой-то тогда? Простая гриль-печь. Она уже металлолом. Ну, хочешь ко мне идти? Он от меня уплывает, он меня боится. Я гриль. Собака злая. Блин, мне не нравится то, что на F надо на E переставить. Я справилась, представляешь, я сделала это, Коль. Я молодец. Я убивца. Я убивца. Я маленький убивца. Я сразился с марлинами и победил. Так, добавить еду, добавить древесину. На С добавить древесину. Так есть, или прям 10 надо закрыть. А может Е? Нет. Е какую-то двигать. Блин. Это не я. Я тыкаю клавиши. F. А-а-а! Ты добавляешь еду, и она сама включается. Всё, понятно. Понятно! Ну-ка, взять еду. А-а-а, бля. Древесный уголь еще дали и еду жареную. Перетащите. А-а-а, голод плюс 40, здоровье плюс 10, энергия плюс 10. Еда и вода, видимо, здесь повышают все здесь. Отлично. И вот консервы тоже написано. Голод, здоровье. Да, понятно все. Так, а давай посмотрим. У нас есть еще из воды. Вода, вода. Простой очиститель. Нужным нам металлолом и компоненты еще мне. Ну, чтоб нам водичку пить сразу. Да, да, это да. Да. И ведро надо, чтобы таскать. Да, простая. Я создаю. Ткань из хлопка. Так надо две. Зачем? Здесь же вроде одну. Респаун, нет? Я поставила, можно пользоваться чужими кроватями, типа. Или нет? Где ты поставил? Вот. Вот тут спать. Еще не время спать. А, чё? А как? Игра? У меня большой вопрос сейчас был. Кто-то стырил. Так, ладно, давай тогда... О, нам поесть надо и пить надо. Я тебе говорил об этом. Что я? Прям сейчас. Я так хорошо себя чувствовал, пока. Так. А пока я занималась подготовкой. Интересно. К поездке на лодке кто-то уже успел нашалить. Так, ну так, так. А мы можем на сундуке. Точнее. Ты чего там делаешь? Это что такое? Ты там уже построил, что ли? Оля! Пиздюхай сюда, пожалуйста. Ну-ка, верни лодку. А какой наш остров? А куда? Блядь. Оля. А, даже карта есть. Маленький. Мы остров оставленного были. Это я настолько отплыл? Да. Что, блядь? Я вроде вот же тут, рядышком совсем. Будь, пожалуйста, добр, вернись. Я эти же, я хочу что-нибудь надыбать, а ты пока за едой, ты женщина, твое место. Ну, если нет, Коль, исследовать я тоже хочу. Так я не так исследовать. Давай, пиздуй сюда, я сказал. Так, я в плане того, что я еду. Оля, тащи свою попу. Ну тут прям это, обыскивать так обыскивать надо, походу. Да. Неизвестно, что искать. А, тут и так, это наш это остров. Да. Ого, сейчас пойду залутаю чего-нибудь. О, еда.
ты на нашем острове, ну иди полутай. Так, рюкзак. О, я брюки нашла. Сейчас проденемся. Если не сдохнем. Не, ну вот, блин, воздуха прям реально не хватает. Я возвращаюсь. Миленько выглядит. Пошлите пиратов отпить. С чем? Чем? Копией. Ага. Не тебя отпиздит. Не тебя, по-моему, отпиздит быстрее. Вы что, уже без меня ходили? Нет, я там... Нет, я чую попой. Все, о, жрать! Женщина, где еда? Обида. Ну на. Я скину. Где? Голод? У меня голод. Я не знаю, как... Чё они сбрасываются? Так ты в корзиночку как бы. Ура. Эволюция. У меня тоже голод. Ты чё? Я же не плачу. Всё. Пошлите за мной, мои верные спутники. Кстати, надо попить. А чё мне воды так мало оставили? Вы, негодники. Водить. Сдохнешь, пассажир. О, я сел. Сейчас я... План спасения. План спасения. Так, фракция клан спасения. Там тоже враги. Фракция с пылкой верой в свою силу. Нет, 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 валет. Тут нахрен нас выебут. Это Саня, ты прыгаешь там уже? Да. Ну давай туда. Да давай, давай, давай. Нам это... Только одну шишечку в одно место! Я сделал разумный, я умнее, чем сайт. Опа! А как сойти? Коль, как выйти? С. Надеюсь, у нас не угонят. Сань, подожди. О, смотри, это что такое? А у тебя кирка есть? Сань, не убегай, стой, будь вместо. Это медная руда. Ну-ка, давай, давай, давай. Эти не добываются, я пробовала. Эти красивые камушки не добываются, я тоже была расстроена. Пошли. Такие с копьями все. Против автоматов пойдем. Ага. Ну. Пойдем мы так, это, далеко. Давайте по берегу, может, какую-то еще руду найдем. Нам, правда, найти еще как плавить. О! Здесь что-то пропало. О, джинсы. Ой, какие моднявые. Там Саня уже разоделся. У меня моднявые джинсы такие. Саня, тебе нужны джинсы? Мне да, мне нужны. А. Попа у него голенькая. Иди ко мне. Офигеть, у меня топовый рюкзак есть. Идите сюда. Нашел? А ты где? Вот сюда я, вот. Сейчас. Да подожди ты нас, дай посмотреть, где ты что берешь. Надо же лутать тут, надо каждый день лутать. Дай смотреть. Йо! Я хочу смотреть. Я хочу брюки спиздить. Ой, я еще одни брюки нашел. А их, наверное... На, а, на, ой, я сбросила. Я не в ту сторону складываю, это мои брюки были. Утырю. А че это ты не подбирал сломанный... Полицейский шлем, потому что у меня места нету. А, вы чините. Чё ты там нашёл? Я нашёл сломанная старая винтовка, патроны для винтовки и части оружия. А у нас сломанный полицейский шлем. У меня ещё об этом... Подожди, подожди, давайте вместе соберёмся, пацаны. Да, идите сюда. К лодкам идите. Каким лодкам? Зачем к лодкам? Ну, чтобы собраться вместе. Это далеко к лодкам. А туда? Куда? Куда вот туда? Здесь. Идите сюда, вон, я тебя вижу. Толян, сейчас будем их отстреливать. Кто-нибудь один прыгает. Я вот. Я Свету вижу. Саня, ну я вот рядом. Подожди, подожди. А, вы оба? Все, стой. Да мы здесь, иди сюда. Нет, нет, стоять, блин. Подожди. Ебуть, ебуть. Я в курсе. Меня тоже. Я что-то... Но я что-то залутал. Так, спрятались. Прячьтесь. Там, возле вас прям, вы что, не видите? Мне электронные компоненты упали. И чертеж аквариум. А, сломанный оглушающий ПП. Я оглушающий ПП нашла. Колян, у тебя патроны, стреляй давай по нему. Шлем, блин. Шлем, оно сломанное оружие. Ставлю.
Оружие сломано, им нельзя пользоваться, Саня. Да, я залутаю. Блин, опять нет. А как присесть? Забирай свет. Саня, у меня тоже места нет, тихо. Помогай. Сейчас я вернусь. Так, это можно сюда. Я же сказал, вот подождите, чего вы побежали? Мы никуда не побежали. Ай, блядь, прям в ебучку дали. Надо к это кораблю идти, выложить все. Да, кстати. Я побегу. Побегу, положу. Потусую там, пока кто-то не откинется. У меня военный рюкзак есть. Да блядь, кровотечение. Они стреляют. Сдохни. Куля, ты сдохнешь, так, иди к кораблю. Держись вместе с командой. Мы вот залутали, берем лут. Во, как надо играть, поняли? Пошли, поспиздили рецепты и вшли. Я хотел кого-нибудь гасануть. По-моему, ты это... А чё, гасанёшь только одна... себя сейчас. Стоп, а почему одна красная? А я могу использовать? Стоп. А, чертежи можно сразу выучить. А почему? А как вы можно их выучить? Сейчас. Что такое? Всё, я понял. Так, так. Тут цвет можно рулика менять. Вол. Чё, не поменялось? А, это не поместилось. Так, короче, все сломанное, я складываю сюда, складывайте тоже. Сейчас я прибегу. Так, смотри, хрустальная люстра изучила, аквариум изучила, военный рюкзак изучен. Не, нам там это я изучил. Пока не пройти, к сожалению. Да нам пока там пиздюлей дадут, давай так просто поглядим со стороны. Сань, ты где, я тебя, кстати, я вот. Да я уже взял, вошел себе что. Ты смотри, какая у меня офигенная шапка. А как я... Блин, а у меня синяя футболка какая-то. Мне бы хильнуться. А чего ваш корабль так далеко, алло? Да я его специально так поставил. Чтоб если у меня только еда есть. Больше у меня ничего нету. Мне кажется, у меня еще одно попадание, и я откинусь. Я хочу попробовать с тылу войти. Да вряд ли ты... А здесь присесть? О, можно. Можно. Я тут пользую. Так, здесь что? А, здесь, как газировка в фул восстанавливает этот. Воду? Да, и энергию сразу. И где они? Ага. Их боюсь. Нет. Их, блин, еще плохо видно так, кстати. А я их вообще не вижу. Слышите? Музыка, тихо! Музыка начинается, значит, они где-то рядом. Да ну? Вы вообще где? Тоже мы не догадались. Клад. Слышите? Да, это, конечно, круто, но мы туда, по-моему, не пройдем, Коль. Мне кажется, нас там быстрее загасит. Дайте мне автомат. Да, блядь. А, блин, где бы нам его взять? Ой, я вижу одного! Он это сидит, смотрит вас. О, бля! Блюха! Не, ну он не попал. Он реально в кустах каких-то. Не, мы тут не пройдем, они подождите, прям очень. Подождите. Я у него с тылу захожу. Как думаешь, я смогу а, угрохнуть? Тоже сейчас а к тылу вот, когда а копье захожу. Шотнит их или нет? Фиг знает. А, это Свет, это ты? В голубом. А, папа! А там какая-то все. Я убил его? Да. Меня убили. Так, подожди, его или её? Меня, меня он и... убил. Копье, я его копьем, я не знаю, раз пять, наверное, стукнула. Так я его загасил, Свет. А ты загасил его? А вот здесь что? А ты можешь Свету поднять или ты под испалку? Нет, она уже всё. Нет. Она уже откинула. А, блядь! Капец, вы так далеко, пацаны. Я 3 года буду к вам плыть. А зачем? А у меня вещи там. Я их взял уже, Свет. И мои, Сань, там а, у меня... где ты сдох? Я же не знаю, где ты сдох. Нам надо все равно лодки забирать, он не упрёт. Самое фиговое, что это... С них пистолет не дрогнулся, с него пистолет. Саня просто мог приплыть к нам на лодке, кстати. Ну, он может поплыть к нам. Вы мне скажите, здесь можно как-нибудь лечь? Я вижу контейнера, его достать не могу. В смысле? Ну, если не все контейнеры, значит, можно лутать. Понять не имею, Сань. Но он должен лутаться. Алло, вот бочка есть.
такой офигенный. Проблема в том, что я не подойду к своей оружке, потому что я сдох прям возле врага. Сейчас, если сдохну, так сдохну, ладно. Тогда нам точно плыть придется. Блин, тут, ох, ёлки. Ладно, я сейчас за вами туда сплаваю. О, я рецепты на какие-то нашла. И какую-то, типа, драгоценность всякие. Пока плыла до этого. Видишь, когда свет снизу, это вот это всё надо обутать, будет сюда приплыть. Да, походу, вот, да. Вот. Или это кто нашел, или я? Нам, походу, придется сначала снизу лутать. Походу, я сейчас за вами проплыву. Только на большой плыви. Ну, понятно, нам, кстати, надо найти, где брать кожу. Я не знаю, где брать кожу. Кожу? Сань, я там по дороге, меня поймай, пожалуйста. А мы рядом плывем. Да я вижу. Я тут какие-то рецепты нахожу. О, и кстати, ящики. Я кстати, водоросли тоже не подняла. Сломанный, нашел сломанный пистолет-пулемет. Так я тоже сломанный. Так я пулемет туда складывала. Алло, прием. Я сломанную ППшку уже складывала. Саня. Кстати, как же я вовремя успел скинуть все, что у меня было? Вот это я свою то, что нашел, скинул. Я скинул, но не все. Типа, блин. А у меня там только газировка и банка. Не, я не помню. У меня, по-моему, что-то еще было. У меня не влазило. У тебя еда только свет была. Так, Саня ж забрал твою. Нафига, что ты тут? Все равно переживаю. Дед, почему Колян впереди, а ты только здесь? Потому что я лутаю. Я же сказала. Она лутается. Да нет, сейчас год туда на этом приплывем, там много. Вы меня лутаться просто заберете и все. А, мы да, сейчас забираем там, и уплываем, там, иди, добывай до нее свет, останься возле того места, где мы были. Я заберу вторую лодку и приплыву к вам. Нам надо полутаться и как-то подфармиться, да. Надо верстак, там же какой-то был верстак, надо его, наверное, поставить. Надо верстак поставить, да, кстати. Включать. Видимо, а может и в нем можно будет чинить? Если в нем будет чинить, это будет кайф. А сера, скорее всего, будет нужна для патронов, потому что сера обычно для этого используется. Так, а где свет? Я внизу. Ты выплывешь, чтобы он тебя увидел? Я выплываю. Саня! Да я пока. Саня! А свет рядом с тобой, рыбомеч, он плавает. Да рыбомеч не нападает, кстати. Стой. Мы ее убивали уже. Стой! Потом. А чё? Мне кажется, я надо... Не могу. А почему я спать не могу? Или цвет ещё только не ты я спать должна. А вот только света. Вы не обязаны спать, а спать обязана я. Хотя, ну... А кто меня со птицей уже надыбал? Саня, скорее всего. А? А, ну и смотрите, мы апгрейдим только для второго, третьего. Медный слиток и железный слиток. Мы еще даже знаем, как, блять... Я вообще с палкой хожу. Мне кажется, надо покататься и посмотреть, где мы можем, в принципе... Где есть пробитие? Ты дебил, что ли? Я хорошо, спасибо, выслушали. О, подожди. Вы меня слышали? О, да. Да. Я предлагаю найти нам нормальный остров какой-нибудь, где можно строиться, и там уже тогда начинать строиться сразу. Ну, по факту, да, это потому что мы этот остров вообще... Потому что мы это и так уже лута приперли дофига. Мне, потому что, смотри, деревня не респавнится здесь, мы просто нам не хватит. Давайте-ка и загасим, а? Пойдем. А хотя клубничка респавнится, слышишь, Коль? Где? Вот только что собрала, она респавнится. А у меня... Давайте на тот остров плывем. А у тебя деревья респавнится? Это, идите сюда. Сюда, ну, идите. У меня дерево стоит вот это. Да. Идите сюда, вот так здесь. Давайте его на тот или на тот остров. Сейчас, куда? Направо или налево? Ну, можно посмотреть. Я посмотри предлагаю сюда. Вот на правый, потому что там какой-то Уго? Песок. Блин, голодный арбалет сделаем. Давай потом сделаем. Нафиг он нужен? Мне кажется, один арбалет надо сделать. Ну, ты хочешь сделать? Ну, давай, сделай. Делай. Потому делай. Что... Так, мне нужно... Дайте... 5 металла, да, эти компоненты. Ну берем. Возьми. Я кушаю. Иначе я помру. Пожрать. Я помрать буду иначе. Так, металл, компоненты, компоненты. А. Три. А. Надо веревку. Я есть хочу. Я уже поела.
А веревка у нас есть одна хотя бы? Сейчас посмотрим. Не факт. Новый. Ну можно сделать. Я могу сделать ее. Сделай одну веревку. А что там еще надо было? Все, остальное все у меня есть. Дай мне веревку одну только. Создала. На. И мне нужна еда. А, где? Где он? Не понял. А ты с... Это исследование, Коля. Здесь исследуется. Ты это не окрасить. Учишь. Окрасить. Ты не крафтишь, а исследуешь. Да. А крафтится у тебя в инвентаре. В инвентаре. И для этого еще надо... Так, предлагаю. А у вас он появился, посмотрите, или нет? Да. Да-да. Ну, хотя бы так. Дай пожрать. Ты болты исследуй то хотя бы. Ну, кстати, да, можно заодно болты. Ну, на тебе мясо птицы. Тихо, я сейчас умру. Не умрёшь. У тебя же ещё здоровье есть. Там... Мне этого как... А что, тебе ещё надо? Да. Я голодающий. Ну иди приготовь, я тебе чё, спонсор? Ты женщина. Мне нужно ещё... Гребешок, голод плюс 10. Вади, возьми гребешок в ящике лежит. Мне нужен ещё один этот... Там в каком-то ящике гребешок валяется. Я не шучу. О, конфеты. Ой, ладно, на, бедный Настя. Да уже не надо, я красных водорослей нажрался. В смысле, из них лекарство делается, алло? Коля? Мне хана. Почему? Чё ты там? Света, дай мне... Я исследую. Верёвку. Всё, всем спасибо, до свидания. Я тебе где возьму верёвку и зачем тебе верёвка? Чтобы арбалет сделать. Я тебе где её возьму? Одну надо. Надо сначала изучать, потом делать. Чё, Сань, с тобой? Спасибо, всем пока. Я от отёка сдох. Сейчас сдох. Ты сейчас возродишься, и ты где? Где он? А ты куда компоненты стащил? Нифига, ты смотри, где он, Коля? Остров резиновой утки. На лодке, конечно, на чем бы он еще... Я надеюсь, ты хоть на одиночной лодке уплыл? Да. Слава богу. Эй, у нас тут один чел. Это что за бомж? Это нападение на нас. На нас напали. Что? Их уже два. Их тут нафига. А, их тут нафига. О! Это кто там с пистолета Боже! Стреляет? Боже! А никто с пистолета не да стреляет. Никто, а здесь бомжи пока. Но мы тоже. Вот где арбалет, блин, где-то? Я же прячу веревку. У меня... Да не могу я, какой веревка? Еще не все. Берите с ними. Ой, снег падает тут. Ай, так с них ткань падает. Ну с них да. Это... А чё воду вы не собираете? Вот что это означало. Я собрала все, у меня ничего больше не подсвечивается. Может у каждого свой лут? А походу. Походу. А где еще трупы? Блин, только вы, чтоб вы это понимали, мы везде не... Про... А, да. Спасибо. А, как страшно сейчас стало. Так, о, я могу... Мне нужна еще одна ткань, я только создам веревку. Да. Есть у кого-нибудь ткань? Я создала арбалет. Так вот кто спиздился. Смотри, какая штука. Болты сделай. Болты сделай. А с чего он стреляет? Ноль. А, нам еще долго спать нельзя. Он с болтов стреляет, Свет. А я могу подбирать их? Нет? Ага, нет, да. А фиг, нет, нельзя подбирать. Так извини, сколько у нас металла. Так, ладно. Копье из железа, похоже, металлического... А, металлического лома. Короче, я сделаю проще. Я сначала просто все изучу. Потрачу вот ресурсы вот на изучение. Давай. Бутылка для воды! О, вот, стекло, кстати, нет. Надо. Это надо. А, ну шлем могу изучить. Он для него просто металл нужен. Кстати. Интересно, вот что-нибудь что тут отреспавнилось внизу или нет? Смотри, какой я красивый! Я бы поспорил. Спасибо.
Какие вы злые все-таки, я не знаю. Можно быть вот добрее. Такая. Да вы такие. Злюки. Короче, чувствую, здесь это прям очень такая крафтильная игра. Ну, это как в обычных выживалках. Крафт, крафт, крафт. Лут, лут, лут. Так, еще рано. А почему рано, если... А, я поняла. То есть, если мы спали, мы не можем просто раньше лечь теперь. Поехали! Берите в инвентарь какие-то... Ну да, поехали. Потому что мы не сможем спать. У меня еще оранжевая штучка, типа я не уставший, и я не могу спать. Ого, бери арбалет. Есть арбалет. Я шлем единственный из металлолома сделала. Броню дал. Ну, кстати, можно тоже сделать. Просто из металлолома сделайте. Он больше ничего не требует. А ты на тело... У меня просто шлем из металлолома и какая-то маечка. Это на тело я не выучила, там, по-моему, веревочка нужна. У нас какая-то проблема с веревками, если честно. Интересно, это у всех так в игре? А на сегодня мы на этом заканчиваем. В следующей серии мы отправляемся в путешествие в поисках нового дома. Надеюсь, ролик вам понравился. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения и пока!